Грибной соус получается таким вкусным, что его даже с хлебом можно кушать, просто так, без гарнира. Готовьте и наслаждайтесь, сливочно-грибной соус к вашему вниманию. Грибы и лук нарежьте и обжарьте. Затем добавьте специи, сливки и хорошенько протушите. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Для приготовления грибного соуса нам понадобятся белые грибы, сливочное масло, репчатый лук, сливки 10 кг, соль, укроп, черный молотый перец. Белые грибы необходимо тщательно помыть под проточной водой, ножом почистить ножки и нарезать мелкими кубиками. Репчатый лук также измельчить. На сливочном масле обжарить репчатый лук. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Добавить к нему нарезанные грибы. Обжаривать лук с грибами около 8 минут на среднем огне, постоянно мешая. Далее вливаем сливки, солим, перчим по вкусу и добавляем тмин. Тушим без крышки около 5 минут и под крышкой на медленном огне еще около 8 минут, периодически помешивая. Далее вливаем сливки, солим, перчим по вкусу и добавляем тмин. Тушим без крышки около 5 минут и под крышкой на медленном огне еще около 8 минут, периодически помешивая. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Свежие белые группы – 100 грамм. Масло сливочное – 100 грамм. Сливки – 250 миллилитров. Тмин сухой – 0,5 чайных ложки. Лук репчатый – 0,5 штуки. Перец черный молотый – 3 чайных ложки. Соль – 3 чайных ложки. Пучок укропа – 0,5 штуки. Количество порций – 3. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Я рада гостям.